Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации оказывает помощь людям, нуждающимся в поддержке социальной интеграции. В состав центра входит и детское отделение. Сотрудники центра понимают, что помимо оздоровительных и адаптивных процедур, нужно приносить детям радость. Частичку праздника, который поможет скрасить их пребывание в реабилитационном центре. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Это полицейская собака. Зовут ее Цезарь. Четвероногий напарник сотрудника полиции продемонстрировал ребятам свой острый нюх, громкий голос и любовь к различным вкусностям. Малыши отблагодарили стражи порядка бурными аплодисментами за интересное представление. Но это был не единственный сюрприз. Вскоре в зале появился Дедушка Мороз, которому малыши были особенно рады. Здравствуйте! Куда я попал? Знали дедушку? Ребята с большим энтузиазмом рассказывали дедушке стихи, чтобы получить заслуженные подарки. Умничка какая, держи, подарочек тебе. На протяжении всего праздника можно было наблюдать улыбки и радость в глазах детей. Сотрудникам центра удалось создать для малышей атмосферу настоящего волшебства. Новый год стал для них еще ближе. Владимир Новоселов, Сергей Власов, День города.